Северском доме культуры отметили 81-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На входе в ДК гости смогли познакомиться с красочной инсталляцией, а в фойе устроили выставку работ победителей районного конкурса детских рисунков «Вехи Победы» и представили экспозицию «Мы славим мужество и щит России». В честь памятной даты организовали концерт «Мы – Россия». Мы проросли из нее, будто трава степная. Россия, сердце мое, любовь моя неземная. В качестве главных зрителей – юные жители муниципалитета. Сегодня, как никогда важно, вырастить у подрастающего поколения чувство гордости за Отечество и его историю. Пробудить любовь к родному краю, языку, традициям и обычаям. Хочу что вот поздравить вас с праздником, пожелать вот успехов, учебы хорошей. Ну, чтобы слушали своих наставников, своих педагогов и вот вникали такие вот в историю нашего, нашей станицы, нашего вот края, нашего района. Для гостей выступили ансамбли, образцовые хореографические коллективы, солисты и чтецы со всего района. Артисты подготовили тематическую программу, в которой были как новые номера, так и проверенные временем всенародно любимые песни из советских фильмов. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Проходят эпохи, меняются люди. Но такие ценности, как патриотизм, историческая память и преемственность поколений остаются вечными. Наша задача – сохранить память о подвиге старшего поколения, привить молодежи такую же неподдельную любовь и преданность Отечеству и защитить историческую правду.